Мы находимся в Фетисов-арене. Здесь открылась строительная выставка «Город». Здесь собрались производители, поставщики, продавцы. И каждый предлагает какую-то инновационную технологию. Только вот таких павильонов здесь открылось более 150. На выставке собраны все новинки строительной отрасли. Начиная от кирпича, трубопровода и заканчивая 20-метровым бассейном. Участники мероприятия с разных городов страны, в том числе из Китая и Финляндии. Игорю Изверскому пришлось самолетом везти из Германии 4-метровые витражи. Его продукция впервые представлена в Приморье. Вес створки может достигать 400 килограммов. Но при этом все это в конечном виде, здесь потому что выставка, сами понимаете, а в конечном виде, в нормальном фасаде это все будет двигаться. А этот двухэтажный дом вырос прямо посередине строительной выставки. Он построен из стекла, а двери открываются по отпечатку пальца. Вот так вот приложив, можно будет попасть домой. И не только. Есть еще функция открывания этой двери при помощи кодового замка, который работает по принципу сенсора. Также у нас имеет возможность открывания при помощи пульта и классический вариант открывания при помощи ключа. Внимательно изучает выставочную продукцию Олеся Голя. Вместе с мужем построили дом в Артеме. Родился ребенок. Поэтому ищет дворовую детскую площадку. И не только ее. Мы, конечно, хотим беседку, баню. И у нас еще не обшитый дом. То есть мы смотрим, чем еще обшивать. Какие-нибудь современные красивые панели. Выставка «Город» 26-я по счету. И на этот раз самая яркая. Компания по производству пузырьковых панелей изобрела первый в России квадроцикл с живыми карасями. Мы взяли обычный мотоцикл, который раньше был в море, вытащили с него, так сказать, все внутренности, мотор, двигатель, вырезали по бокам специальные стекла, чтобы были видны рыбы, и залили воду, запустили морских карасей, точнее, речных карасей. На создание аквариума ушло 50 литров воды и 50 карасей. Но это не все изобретения начинающей компании. Из старого кулмарта сделали водоем с золотыми рыбками, а из обеденного стола – огромный стакан. Решили его возобновить, сделать отличным вариантом декорации офиса. Сделали с подсветкой, которую можно менять с помощью пультика, и пустили тоже рыб, чтобы привлекало внимание. Строительная выставка – это еще и площадка для общения. Здесь проходят мастер-классы, семинары, конференции, где обсуждают передовые технологии развития жилищного строительства в Приморье. Здесь же заключают контракты поставщики и производители. Международная выставка «Город» открыта для всех до 27 апреля. Елена Штыникова, Павел Филатов, «Панорама».